И мы продолжаем, друзья. Да, смотрим, сейчас внимательно прыгает у нас товарищ ниндзя. Очень вовремя успевает прятаться за колонной. Его не достает ни шедоуболт, ни вытащить его не получилось. Сейчас Кира подстреет маленько. Ой, посмотри, Киру как жестко в спину напинали. Кира должен отсюда уходить. Ну или луч напоследок просто хотя бы такой дать сочненький. Так, Викари ультует, в это время пытается бить Виста. Виста никто не сейвит, но Вист, в принципе, сам может там за себя постоять, пока его там тиммейты разбираются. Но, правда, ниндзя еле живой. Ох ты, Тандидо его там разрывает неплохо, Кира. Неплох по хелсам, но он далеко от тиммейтов своих. Так, пошел помогать Висту. Да, иксабилка, видим луч. Мистер Ату, ниндзя. Да, ну вот посмотри, ниндзя пока все равно не может помочь своим тиммейтам. Он очень коцанный, и действительно, если он сейчас попадет хотя бы еще под один каст, он сразу же должен умирать. Вот просто чудо остается в живых. Ой, стан под Андидо, хорош, банку сверху. Как он мансует! Вот только убийца может вот так вот алхимику устроить. Еще и ульты на сверху. Тот сейчас пузырь будет ставить, скорее всего, Андидо. Последний, нет, съел дэмэдж сам. На тебе банку, ниндзя его как напрягает, но убили уже всех. Ниндзя, он просто мистер выживаемость. Он просто ниндзя, то есть настолько мансовать в игре один на один, учитывая то, что у него там здоровье. Посмотри, как там видел на джетпаке инженер просто. Хорошие эмоции у инженера, да. Что-то пока что не получается у Going Bunkers игра. К сожалению, но опять же... А я думаю, сейчас еще смогут подсобраться. Да, вот пора, по-моему, собраться. Довольно неплохой был раунд, но ниндзя классно сыграл. Не, ну видно, что парни не расслабляются, видно, что нет у них какой-то. Просто сегодня у датчан с утра была хорошая разминка, вот честно, очень хорошая разминка с мифами в виде финала винеров. Да, собственно, в результате которого они и оказались в нижней сетке и сейчас сражаются с ребятами из Украины. Ну что ж, пока что пушит Going Bunkers, пушит. Харп ворвался к ним, посмотри, в ульте Виктори снова к Висту. Вист сразу же убегает, Кира с ниндзей вдвоем. Посмотри, у Дандидо есть энергия. Но сейчас слишком растянулись, посмотри, Кира вынужден откинуть более защитный луч, чем атакующий. Мистер Ту, более, чуть-чуть буквально выживает. Залетает очередной хил. Выжил. Он там не должен был выживать, буквально чуть-чуть не хватило натиска. Хороший луч, опять же заезжает, теперь уже по Дандидо. Должен сейчас ниндзя просто идти и стараться вырезать инженера. Да, но он пока что был в стане, был, точнее, в слипе, если быть точным. Болото от Дандидо и себя закрывает в углу этим болотом. И ниндзя сейчас должен... Ой-ой-ой-ой, как не повезло. Он должен был сейчас ультовать по двоим, и он умер. Он умер. Вот он, пожалуйста, ульта от мистера Ато. Добивание Виста. 2-0 на второй карте. Там, кстати, то последнее болото было именно от Виста. Оно было фиолетовое. От Виста? Да, это Вист закрывал Дандидо, не хотел его, походу, выпустить из той позиции, чтобы он не помог своим тиммейтам. Да, да. Но да. Все равно из этого толком ничего не вышло. Его потом на самом-то деле никто не бил бы, ну как-то... Что-то не то. Что-то сломалось в игре Go Bomb. Ребята, пора расслабиться и играть в хороший Bloodline, как вы умеете. Ну, датчане, их стоит отметить, они, конечно, сегодня очень высокую игру показывают, высокого качества и просто без шансов. Как, Киро, ты посмотри! Первые 10 секунд просто битвы чуть ли не оказались для него фатальными и последними. И последними, да. Юзает щит, за ним пошел Харп. По-моему, этот раунд будет, знаешь, так вот, убей ингибитора называться этот раунд. Добей ингибитора. Он ставит щит, уходит, и мистер Ту по нему отменил, по-моему, ульту, получает слип. Кто-то его пробил, сбил слип, пошла дальше драка, все бьют Киру, продолжают бить. Харп тоже в ульте, все. Да, и Кира умирает в результате, но он просто изначально в самом начале раунда потерял слишком большое количество здоровья. Три четверти жизни потерял просто, три четверти жизни, и тут уже ничего не скажешь. Поэтому там добить его особо труда не составляло. Это третий раунд для команды мистер Дандиктори. Ну, как бы не старался ниндзя, ульт по двоим, все равно получил стан, прыг, скок, все. Это третий раунд. Ну что ж такое. Пока как-то все довольно вот... Мрачновато. Мрачновато и предсказуемо уже, можно сказать. То, что обещали вчера, происходит сегодня. 3-0. Датчане плотно играют, без шансов. Это панда голосует, кричит Висту, чтобы тот... собрался и начал жарить. Я тоже могу крикнуть. Я кстати, знаю, как можно промотивировать уже, но буду молчать. Ладно. Но пока лучше ничего не говорить. Замотивировать пацанов можно. Ну, горят, надо мотивировать как-то, по-моему. Ну, если хочешь, можешь помотивировать. Ладно, я не буду против. Так, все, смотрим за продолжением. Гоубо врываются в драку. Луч притягивает хорошо мистер Ту, Виста и Киру. Начинается плотная драка. Виктори получил слип. Сверху получил ниндзя слип. Дандидо хорошо откинулся. Но ниндзя не инвиз. Стан. У него есть ульт. Он бьет жалом. Да, там тем временем Виста. Посмотри, как очень жестко пробили. И опять Вист... стан по ниндзя. Да, Вист ведь еле живой и должен сейчас прятаться за колоннами. У него другого выхода нет. Он сейчас начинает его прессовать Виктори. Виктори ловит один стан. Сразу же подрезает его еще и ниндзя. Ниндзя с ультом, а они немножко не достает по Дандидо. К сожалению, по одному. Вот Кира... там луч просто потрясающий. Можно подрезать Виктори, постараться, но нет. Падает Кира.
Да, падает. Размен пока один в один. Мистер Ту воюет свистом. Ви заканчивается щит. Ниндзя здесь залетает. Минус. Вот это да. Вот это минус был очень приятный. Пацаны очень четко спасают раунд из команды Going Bunkers. Просто валидол. Генеральный спонсор трансляции. Да. Покупайте в аптеках города. 3-1. Ну, хоть что-то получилось. Может быть, это и еще и не конец, может быть, это начало камбэка, но трудно сказать. 3-1 все-таки счет слишком жесткий. Вот он опять решающий пятый раунд будет сейчас. Сделают 3-2, голубой или нет? Ну, я думаю, болельщики украинской команды, безусловно, считают, что сделают. Или хотя бы надеются на это. Ну, сейчас увидим. Надо расслабиться и играть уже все. Терять нечего. Третье место заняли. Планировали там в топ-4 выходить. Ну, уже выбили достаточно сильных там шведов с BLO. Сейчас... Команда, которая вообще не должна была участвовать в первом сезоне StarLadder, занимает третье место. Поверь, они довольны. Да, кстати, есть тоже такая тема. Вот смотри, сейчас мистер Ату неплохо напрягают. Тут вынужден потратить медальон. Так, Кира. Да, отрезали. Луч под Андидо, да. Но как-то не страшно. Тут Ниндзя с дротиков пытается немного себя отхилиться. Еще потом, посмотри, в драку идет. Ставит стан под Андидо. Там опасность. Ой, как прорезает Алхимика. Алхимик ставит. Два болота. Два болота здесь. И коцает и одного, и второго. Кира, по-моему, сейчас умрет. Влетает с ульты. Ниндзя не попадает в Андидо. Попадает в инженера. Все же. А, инженер, посмотри, там еле живой инженер. 160 хелсов было. Успевает его подлечить. Минус, мистер То. 2-2. Но хелсы чуть-чуть больше. Нет, вообще равно можно говорить. Да, тут... Ситуация примерно 50-50. Посмотри, разбились просто на две драки. Один на один. Данидо против Ниндзя и Виз против Виктори. Виз только иногда успевает откинуть хил в сторону своего тиммейта. Вот мы видим, сейчас пытается хоть как-то помочь. Очередной ульт от Ниндзя. Ниндзя, кстати, он просто уничтожитель алхимиков. Это мастер. Данидо ставит щит, а щит ему нужно было на секунду раньше ставить, чтобы съесть ульту. Хорошо попадает, тоже колба зажимает просто в углу. Там Данидо просто в пузыре. А Виз как отлично держится. Это минус от команды GoBow. И остается один Виктори, которого вдвоем запинать особо много труда не составляет. Главное не допустить никаких ошибок. Все, отлично. 3-2. 3-2. Хорошо. Вот знаешь, вот чуть-чуть больше нестандартных движений от Going Bunkers, и все получается. Потому что датчане, они очень жестко убирают своим контролем, своими станами. И если, ну, вот украинцы, у них получится предугадывать действия Дандидо и Мистера Ту, то, в принципе, можно уходить от станов, можно... Меньше спать, как говорится, по ходу матча. Потому что мы помним Горжака, который, да, вот он все эти раунды, буквально больше 50% находился в стане. И то его так выпускали, там, дайте подраться, оп, опять поспать, дайте подраться, оп, опять спать. Да, и он, по сути, на протяжении всего боя не успевает. Сейчас контрят очень часто Ниндзю, и Ниндзя очень много спит, поэтому тяжеловато приходится без своего Ранидота с команды из Украины. Все, пошел бой, надо делать 3-3, наверное, или 4-2. Да, но Ниндзя там уже, кстати, насобирался, винатку, хорошо, по двоим, дабл, алтимейт есть. По Виктори заехал, мне кажется, больше всего, да. Забивают мистроту в болото, это болото Виста, ну уже, джетпак ушел. А вот да, и остается один Виктори, а посмотри, как Виктори там между троих просто, оказывается, в этом треугольнике, там куча грехок сразу, миллион всего влетает в эту Ниндзя, область. Ниндзя, по-моему, будет Харба добивать, сейчас посмотрим, он встанет, там ульта от Харба должна быть, банка сверху, да, ультует Харба, получает стан, точнее, слип. Ой, а Ниндзя там как четко сделал даблджампы. Давай, Ниндзя, лети уже, Ниндзя, лети, есть ульт по двоим от Ниндзя, в Дандидо и Мистер Ату, Мистер Ту. Ручками напрягает Мистер Ату, тот должен пойти умирать, нет, успевает заявить дэмэдж, там очередное болото, заезжает еще одно болото, теперь уже в исполнении команды красных. Да, но в меньшинстве сейчас вынуждены воевать ребята из GoBow. Ниндзя, вся надежда на него. Там такой был жесткий расстрел от мистера Ту. Виз зажался за колонной. Остается здесь один. Ниндзя, да, и трешками его. Супер дефенс в исполнении мистера Дандиктори. Потому что раунд могли брать сейчас Going Bunkers. Великолепно действовал Ниндзя. Он там просто сделал все, что нужно было. Ну как? Так забрали Киру. Мы с Каспером, кстати, просмотрели этот эпизод. Слишком наблюдали вот избиением Дандидо в исполнении Ниндзя. Да, Кира там загулял. Так, три матч-поинта у мистера Дандиктори на вторую карту. Going Bunkers нужно брать три раунда подряд, чтобы сравнять счет в этом матче. И традиционный врыв от Киры в центр, там же Виктори. Вот снова стан по двоим, спит Ниндзя, выходит из слипа, сразу же жало, прыг, скок, но уходит назад. Вот Виктори наконец-то попали в слип. Это был Вист, рейдж за Кирой, будет луч лишний. Так, ну и вот сейчас смотрю внимательно за действиями именно украинского коллектива. Им сейчас нужно идти вперед, атаковать. Причем атаковать продуктивно, потому что мистер Дандиктори, они-то по-любому будут играть от защиты. Смотри, карт выходит, некуда. Дрется с тремя, там ультует мистер Ту по спине, Кира ставит щит, ультует. Хорошее лист, болото. И там топят Виктори, а вот теперь болото уже от Дандидо, опасное болото, зеленое, бойтесь его, Виктори красный. Сейчас может умереть сейчас Виктори, если... Да, минус Виктори!
И посмотри, можно ведь продолжать драться. 4-3 это ведь далеко будет не конец. И действительно, нужно стараться взять этот раунд до конца. Ну, здесь пока что два плотных по хилсам. Дадидо, мистер Тукири, нужно не умереть. Самое главное, ставить щитом. 7 улета, ульта под Дадидо прошла. Там Висту нужно быть очень осторожным. Посмотри, Вист еще буквально две подачки. Он может отъехать, все, уходит, затягивает болото Виста. Мистер Ту, но там уже тем временем умер Дандидо. А сверху затянули Дандидо в болото Виста. 4-3, один матчпоинт отыграли. Еще нужно отыгрывать, еще нужно Going Bunkers. Очень важно сейчас забрать карту и не сделать 2-0, точнее 0-2 для себя. Потому что потом будет вообще очень-очень сложно и морально, и физически взять столько раундов подряд, целых две карты. Это было бы действительно проблематично. Ну а тут мы смотрим, пока еще все не безнадежно. Для GoBow. Так, ниндзя, врыв. Дал стан Виктори, переключился на Дандидо и ушел прыг-скок. Потерял полжизни, отхилил его немножечко Виз. Карп врывается в центр, Виктори именно забирает энергию. По нему уже кидали смотри, стан, как Ниндзя почти умер. Ух, нужно очень осторожно сейчас быть ниндзя. Там хороший луч от Киры по Дандидо. Но тут уже ниндзя, 237 в спину. Ты видел эту косу, которая чуть отвернулся, да, от серпа. И пока что, конечно, два раза больше хилсов у датчан. Надо как-то по... назад отойти сейчас украинцам и отхилиться ниндзя. Вот ульт сейчас может сделать. Да, делает. Правда, в одного, к сожалению, в Дандидо. По Висту болото поставили. Ой-ой-ой-ой-ой. Это проблема. Хьюстон, у нас проблема. Разбирает сейчас команда мистер Дандик, Тригоин Банкерс. Очень красиво. Вообще контроль, конечно, этой команды. Нет, тут они вообще все сделали просто шикарно. Они изначально очень сильно избили ниндзю. Потом еще и Кира тоже ничем не мог помочь алхимику, там, которого топили в болоте уже, грубо говоря. Да, еще становится 5-3 и 2-0 по картам в пользу датского коллектива. Ну что ж, все решает пока что контроль, но как бы еще ничего не ясно. Это всего лишь 2-0, надо еще третью попробовать карту выиграть. Сейчас посмотрим, как соберется ли у нас Going Bunkers. Могут же собраться парни? Да могут, куда они денутся? У них есть... Да, к цитадалямы. Третья карта, да, все правильно. Вроде бы мистер Ту не ошибся. Что на нашем канале StarLadder. Я тут нашел демотиватор отличный. Точнее, не демотиватор, а новую рекламу MasterCard'а. Но я потом ее в перерыве озвучу. Кстати, к тебе на свадьбу Баратрум пришел? Ну, он пытался ворваться. Или он в кого-то вселился? В свидетеля? В свидетеля. Я так и понял. Именно так. Ну что ж, Кира, Ниндзя, Вист готовы, Going Bunkers. Ждем Дандидо. На наших экранах GoBo, ниндзя на переднем плане. Сейчас будет ультовать по пятерым. Так, ну и, конечно, тут сейчас будет алхимик, да, хранитель рун. От ниндзи по-любому будет убийца. Мистер Ту у нас будет сейчас инженером. Я думаю, без... Без изменений? Да, конечно. Зачем? Да, без изменений. Знаешь, вот мне еще по амулетам вот есть некоторые вопросы у меня. Какие, где, что у тебя за вопросы? Вот, допустим, у Виста в первом слоте стоит скорость. То, что у ниндзи, в принципе, это понятно. Большинство ранидов, они юзают в инвизе скорость, чтобы бегать там в инвизе почти всю карту пробегать. Но вот датчан, у них очень много спеллов на добивание. Да, у всех спеллы на добивание на первом слоте стоят. Ладно, это так, о птичках. Все, начинается, друзья, третья карта, 2-0 в пользу мистера Дандиктори. Им осталось выиграть 5 раундов до выхода в суперфинал, который пойдет в следующем на нашем стриме. Потом, ну, точно, как минимум, один матч по World of Tanks. Ну и вечерняя дота. В это время ниндзя уже почти умер, кстати, снизу. Ну а там хороший луч по двоим. Посмотри, как Виктор сейчас в болоте может просто утонуть. Еще немножечко остается, Виктор в пузыре. Еле живой уходит из болота. Ниндзя выжил. Ниндзя выжил, тоже самое главное сейчас для украинцев. И, кстати, там Мистер Ту против двоих дерется, против Виста и Ниндзи. Там ставят болото, его сейчас зада, минус от Ниндзи и Виста, как красиво. Да, Кира там продолжал в это время воевать просто против двоих. Еще минус, Виктори. И да, где-то под ультом. Ранида. Раунд. Отличный раунд от GoBow. 1-0 выходит вперед на третьей карте. По-моему, мистер Ту не ожидал, что его там так могут жестко потопить два игрока. Красный ниндзя и алхимик. Ну а ниндзя просто не постеснялся, не стал никуда отходить. Он просто пошел в упор и через маус-ван убил. Ну, посмотрим. Там активно общается сейчас между собой датская команда. Вот даже вот идут в центр, что-то обсуждает Дандидо мистер Ту.
Сейчас посмотрим, что они затеяли в этом эпизоде, в этом раунде. Ниндзя в центре получает слишком много дэмэджа, как было вчера. Вот чем меньше дэмэджа получит ниндзя в начале, тем лучше для Гоубо. Если он у него полжизни остается, то раунд, можно сказать, выиграл. Ниндзя любитель, да, поймать там пару шедоу-болтов от Виктори, там еще какую-нибудь гадость неприятную. Вот сейчас мы видим, у него тоже остается фактически 500 хп. Ой, как Вист там, посмотри, проседает моментально. Просто затягивает Харп его, затягивает Харп, Вист ставит болотом. Да, вообще очень неплохо сейчас пробивает. Посмотрите, там уже был минус ниндзя, и лучит Кира уже здесь фактически ничего не решает. Просто... Неудачный врыв от Гоубо. Неудачный врыв. Вот просто отличная дефенс от мистера Дандиктори. 1-1 на третьей карте. 4 раунда до выхода в суперфинал. Команда мистера Дандиктори. Карлсона напоминает, знаешь. Инженер такой... Даун, это точно тот Карлсон. Пузан такой. Вот, кстати, там. Нарисуй свою касту. Я видел, было написано в запускаторе. Все. Я просто знаю новый скин для инженера. Карлсон с вареньем. Да, да, нормально. Вообще отлично. С банкой. И из банки просто такие, из ульта такие куски варенья вылетают. Ну да. Все, поехали. Третий раунд. Третья карта. Битва за рейдж в центре. Виктори забирает. Ну посмотри, как там уже ниндзю начинает прошивать. Как да, вообще почти страшно. Почти весь ульт зашел от мистера Ту в ниндзю. Стан уже поздно зашел. Слип, точнее, от Виста в мистера Ту. Уже мы видим болото. Стоит Кира, кстати, на фулл хп, но ниндзя битый. Ну, Кира на фулл хп это хорошо. Ниндзя битый это обычная вещь. Ха-ха, ну посмотри, там сейчас еще и мистер Ту уже под угрозой уничтожения. Да, ниндзя вот он... не стесняется и идет просто в ближний бой, подрезает мистер Ту минус! Вот и битый ниндзя, он просто все хп выбил из своего соперника. Да, там еще метеор залетел, только что тут Виктори немножечко пробрили. Ну вот смотрим за ниндзей. В первую очередь интересует именно этот персонаж. Если он сейчас не умрет, будет все просто шикарно для команды Гоубо. Прыгает за Виктори, Виктори включает ульт, не успевает даже толком ничего сделать. Второй фраг от Гоубо и Дандидо, конечно... Один против троих. Ну, Виктори был слепой в последний момент, когда включил ульту. Там отлично зашел ниндзя, сжало, дал ему ослепление. Правда, Дандидо попал в стан по двоим, но это уже было неважно. Ситуация 1 в 3. 2-1 за Гоубо. Вист должен просыпаться. Вот начало получаться. Вот так и нужно. Никуда не спешить. Раунд за раундом. По чуть-чуть. Вистяра опасен со своими парнями. Ну, ждем еще звездных моментов от Киры. Я думаю, они будут по-любому. Мало мы пока что лучей видим, ультимейтов. И там, наверное, ульту и не стоит юзать пока что в этом патче на ингибиторе. Да он и действительно понял. А вот следующим уже придется. Нет, ну, бывают, конечно, ситуации разные по обстоятельствам. Но я к тому, что в основном этот луч намного эффективнее, чем... Да, вот уже пошел луч, хорошо. Виктори уже красный. Хорошо, как Виктори. Ну и тут и ниндзя бит, и ниндзя ставит чит. Тут еще пузырь от Виста пошел. Ох ты, Виктори убегает, убегает в ульте просто от своих соперников. Еще один луч по Виктори попадает и сбривает Виктори. Вот и Кира со своими лучами. Как мы вовремя вспомнили про этого парня. Ниндзя сейчас, по-моему, умрет, но он еще перед этим успеет дать ульт по двоим. Какой красавчик еще. Да, вот умер сейчас, умер. Ниндзя, но сейчас еще благодаря ему... Дандида и мистер Ту все-таки выжили, но вот он был последний выстрел от Киры и ульт от Виста. 3-1 за Гоубо! 3-1! 3-1! Ты видел вообще хладнокровные эти лица у Гоубо? Да, ниндзя вообще вот... Ниндзя он... Его если будет кусать бешеный питбуль за ногу, он все равно будет сидеть спокойно. Он такой на него взглянет и... Ну ладно, на первый раз прощаю. Так... Ну, вот теперь уже повеселее становится эта встреча. Но нужно пока что все-таки сделать свой хотя бы первый шаг украинцам. Да, теперь уже Кира пошел воевать, посмотри. Там и ниндзя, ниндзя встанет, спит точнее. Ой, а теперь уже Кира и просел, нужно сейчас забирать рейдж. Рейдж достается у нас Висту. Да. Висту уже нормально, кстати, нахоботил себе ярости. Ультует Виктори, пытается бить Киру. Кира куда-то вот тпшнулся в болото. Ну, там нормально все. Там все нормально. Пытаются бить, они сейчас Дандидо, ниндзя там. Там же мистер Ту. Ну, сейчас, если в углу получится зажать алхимика вместе с мистер Ту, это будет просто шикарно. Сейчас смотрим внимательно на ниндзю. Ниндзя немного не попадает по мистер Ту, но зато можно подбить Дандидо. Да, есть ульт по Дандидо. Тут ставит пузырь, щимят красного хиллера. И, по-моему, сейчас Дандидо может умереть. Еще чуть-чуть контроля, да, минус. Ниндзя спит. Сверху его нагребают очень плотно, но он может уйти сейчас КД. По КД надо уходить. И луч от Киры по мистер Ту тут еле упрыгивает, но это его не спасает. Вот я вчера, когда у Интриона спрашивал, он говорит, почему вот украинские команды, когда они там играют, это и русские, 4-1. Почему у них не хватает, вот из-за чего они проигрывают? Говорит, ну мало того, что практики не хватает, так в определенных моментах у них не хватает, ну, агрессии. Вот может сейчас быть. Действительно Гоубо просто увидели красного пацана и знаешь, как быки просто на красную подожди, тряпочку. Мистер Ту говорит, что не хватает агрессии.
Человек, который защищается все раунды. Это какой-то подлый ответ был, не слушайте. Подлый ответ. Не слушайте, да, мистера. Не хватает агрессии украинской команды, которая, в принципе, все время играет от атаки. Не, ну мифы тоже у нас достаточно, кстати, агрессивные. Да, мифы тоже, мифы, да. Так, ой-ой-ой, что у Киры случилось? Смотри, какой фокус по ингибитору моментальный. Видимо, очень много проблем создает. Ух, метеорит просто еще под затыльник такой прилетает. Кира! Нет, не выжил, беда. Не выжил, к сожалению, Кира. Но вот видишь, вот что решили датчане сейчас. Они, походу, поняли, что эти лучи им надоели. Они говорят, а давай попробуем сейчас поймать чтобы ингибитора. Чтобы он не успел нам надавать лучей. Да, давай попробуем его сразу забуцать. Попробовали и забуцали. Вообще, быстренько, 35 секунд. Один мап-поинт отыгрывают. Так, джетпак, видите, поломался у инженера там на дальнем фоне. Ему плохо. Но опять же, мистер Ту, лучший контроль, лучший набор энергии. Один фраг, больше всего дэмэджа. 169,1 эффективность в секунду. Конечно, мистер Ту очень четко разыгрался в Киеве. 4-2. Продолжаются матчпоинты украинской команды на третью карту. Это финал нижней части сетки. Битва за выход в суперфинал. Кстати, суперфинал будет сразу же по расписанию следующим после этого матча. Причем там, в принципе, мифам не так много времени понадобится, чтобы пересесть, настроиться, разыграться. Самые нетребовательные, я считаю, игроки — это бладлайнеры. Да, отлично. Хорошее качество. Так, подтягивает виста. Луч от Киры хорошо зашел. Сюда по Виктори мистеру Ту. Ниндзя там атакуют. Есть банка. Четко попал банку ниндзя. Кира получил стан. Здесь Виктори дерется против виста. Это зря он делает, он понимает. Еще один луч, ультимейт от виста, к сожалению, не очень эффективный, но ничего страшного. Так, смотрим, Кира врывается еще, лучи мы, видимо, от Киры, ниндзя тут тоже есть. Ставит щит, наполучался, но там скоро может получиться ульта у нашего Ранида. Но ниндзя понял, что ему не хватает немного рейджи, решил пойти добить этот рейдж на Дандиду. Вот сейчас, кстати, получается, смотрим. Посмотри, как жестко прессует. Все, сейчас будет чисто соло ульт, наверное, от ниндзя, тут нечего думать. А хотя вот сейчас сами становятся. Нет, не спешит ниндзя. Не спешит. Ой, решил отхилиться. Накидал. Не форсирует события. Получил стан ниндзя. Ультимейт в это время от Дандидо. Ниндзя, ну давай уже в кого-нибудь. Да, еще был отличный ульт от мистера Ту. Он так четко вообще запрессовал. Тут луч хороший, но хил вряд ли отдаст здесь Виктори. Хотя прессует в углу Виктори. Кира тоже ваншотный. Ну, уходит. Это паника. Ниндзя промазал ультимейт. Бегал с ним секунд 15. Держал в себе и лопнул в итоге. 4-3. Отыграли второй матчпоинт. Мистер Дандиктори. Фантастика. Мне кажется, ниндзя нужно было со старта ничего не думать, влетать красного Дандидо соло ультой и убегать оттуда на прыг-скоке. Ну, да, поддерживаю. Хотя, по-моему, энергии не хватило на уход, но у него это, в принципе, жизни было немало. Мог и подворваться. Ладно, 4-3. Уж ниндзя лучше знать, что ему делать, чем мне ему подсказывать. Мы с тобой два нуба сидим. Ага. Рассказывай тут нам о Bloodline. С зеленчаками. Так, ну все, поехали дальше. Посмотри, сейчас уже решили мистера Ту поднапрячь изначально украинская команда. У них-то получается вроде очень неплохо, потому что Дандиду просто физически мистер хила Ту не хватает. Мистер Ту не живой, он еле минус уже есть. Кира красный, его могут снять, Кира юзает чит, ему нужно как-то уйти из этой драки, у него должен пока ДТП. Хороший ульт, дабл ульт от ниндзя. Вот он ниндзя, вот они его ульты. Вот тут он не думал ничего, сразу четенько по двоим, но они так удобно стояли. Все, добивание пошло, походу есть минус второй, все, минус Дандидо, это 2-1, берут гол по карту. Заулыбался Вист. Ниндзя никогда не улыбается. Ниндзя из Челябинска приехал, судя по всему. Да, он улыбнется только, когда он выиграет первое место. International по BLC. Нет, International по Доте. Когда улыбнется. Когда он. Причем один. Кстати, да, я понял. Настолько суров. Ну что, 2-1. Мистер Дандиктори, сейчас должны приготовить план капкан по убийству украинского коллектива. Да, видишь, не все так просто для датчан в этом матче, как оказалось. Но они это знали уже. Они уже вчера на себе почувствовали, что тяжело им против GoBo. 3-2 по картам. Хотя мифы сегодня почувствовали, что тяжело им против датчан. Тоже 3-2 по картам. 4-4 на решающей карте. Да, кстати, друзья, фанбеты по-прежнему разыгрываются. Вы еще можете кинуть в левый аквариум, даже несмотря на то, что счет 2-1 вот на ваших билетах. Ну да, я что-то посмотрю, там так достаточно вяленько, а то, что халявку никто получить не хочет. Я передумал, я решил коврик разыграть сейчас. Ну просто, как бы, чем меньше фанбетов в аквариуме, тем больше шансов, насколько да, я знаю. Да, если там пусто, просто бросаешь один и забираешь ковер. И забираешь ковер, вообще отличный вариант. Пойдем кинем, Каспер, что-нибудь. Я сейчас зашлю. И туда, и туда. Кабанчиком, что кто-то метнулся. Коврик поделим. Отлично. Как делили Пайт и Нави на тех ларсе. Да, нормально. На 5 частей там. Моментально.
Так, поехали, друзья. Начинается четвертая карта этого матча. По-прежнему Going Bunkers, мистер Дан Диктори. И никаких изменений по героям, да? Вроде бы как. Да, да, все отлично у них там. Все стабильно. Смотрим сейчас внимательно на Виктори. Немного набросились. Тут в пузыре пока более-менее жив. Более жив, чем мертв, назовем это так. А там уже рейдж появился. На рейдж всем, говоря, пофиг, хотя Вис перемещается. Кира в опасности. Ульт от мистера Ту в Киру. Кира одно деление, даже пол деления, но выжил. Здесь ниндзя пытается за него тут разобраться. Идите сюда, ребята. Ой, берется... ниндзю там чуть не сожгли. О, как ушел. Как ушел. Но очень битые сейчас украинцы. Хотя нет, нормально, в принципе. По общим хилсам еще довольно неплохо выглядит. Мистер Ту битый ставит щит сверху до Нидо. Отрезанный был на некоторое время от своих тиммейтов, поэтому можно слить сейчас обоих. Можно Виктори прожать сейчас. Ниндзя прыгает. Ниндзя! Есть минус Виктори. Это ниндзя. Заработал парень. И луч хороший по Данниду. Вдвоем просто разбирается Кира с тиммейтом. И остается один инженер. Сейчас трешка и трипл килл. Да не-не-не, все-все-все. 1-0 за Going Bunkers на четвертой карте. Вот это уже похоже на украинцев. Это похоже на GoBo. Да, хорошо. По статистике Кира лучший. 148,5 эффективность в секунду. Почти 7000 дэмэджа дал этот парень. И один минус. Кира красавчик. Вообще этот кран напоминает мне жираф, который в окно автомобиля заглядывает. Об этом попозже. Ладно, в следующей серии, да, завтра поговорим. Покатаем, когда тебя... Так, ниндзя получает сразу слип, прыгает на Дидо, прыгает на Виктори, что-то потерялся в чужом рыспе. Инвиз, его в инвизе притягивают к себе, выбивают из него полжизни, но это на самом-то деле это хай-скилл просто. Вот в инвизе поймать типа, подтянуть еще, не знаю, что он тут бить его невидимого, это просто фантастика, конечно. Да, ну посмотри, сейчас рейдж опять остается в Висту, Кира там пока просто в упор воюет, Дандидо у нас живой, здоровый, болото ему вообще никак не навредило, еще одно болото, Вист! Харп ультует, Дандидо, красный ульт по двоим от ниндзя. Ниндзя красавчик, несмотря на хилсы, сейчас можно за счет ульта от ниндзя. Спину еще мистер Ту, пару плюшек бы ему подвесить, было вообще шикарно там в слипе. Сейчас мистер Ту, нет, все-таки расчехляется. Еще один луч от Киры и... По Виктори бил мистер Ту, красный, надо его, по-моему, бить. И ниндзя юзает щит, отошел назад, Вист спит в это время, никого не лечит. Ниндзя не уйдет отсюда, Инвиз, стан по Дандидо и прыг-скок уходит в центр. Нужно цеплять сейчас инженера, он самый слабый из всех, наверное. Виктори сейчас зажимает просто в угол. Как там пушат. Же еще мистер Ту. Как пушат украинцы, равные хилсы, кто кого, минус Вист в это время, без медика остались украинцы. Посмотри, какой инженер, просто коцанный, пытается забить Виктори ногами, но минус не получается. Киры, минус ниндзя, Кира 1-2, Кира 1-2, Кире нужно забрать, он может забрать Виктори, нет, тот ультует, щит. Вот тут, конечно, бы красный луч победы пригодился, я думаю, Кире. Смотри, свой щит, Рейджой пытается Кира побить, ну нет, увы, если бы выжил бы ниндзя, было бы получше, но пока Кира еще живет каким-то чудом. Не вообще знаю, какие... так просто соплях вытащили сейчас. 70 хилсов у него, 150, икс-обилка, как он живет, я не знаю, как он живет, да что ж такое, Кира. Метеорит. Да, все, наконец-то. Ну, отубили его, но бился очень четко. Татачане, ты видел вообще, как они выдержали этот натиск, просто они бешеный натиск. Они выдержали, потом получили преимущество, и потом вот в этой куче в атаке украинцев снова отличная игра в защите от датчан, и они ловят Виста. Беда, могли взять раунд, хорош ниндзя, хорош Кира, все молодцы. Виз бы еще выжил, было бы хорошо. Ну и датчане со своим контролем, конечно. Я вообще всегда поражаюсь, как они работают. У них эти станы, комбо, стан, слип. Это просто жесть. Да, там понимание игры очень глубокое у парней. Куда глубже, чем у нас. Ну, половина времени все соперники датчан дерутся 2 в 3 против них. Там, ну не половина времени, постоянно кто-то спит. Кто-то там опаздывает. Но... Вот сейчас ниндзю, мы на него поставили стан, подтянули. И у него уже полжизни нет, но сейчас он может ульта. Ультует чисто в Виктори, на фраг делает, работает ниндзя. На фраг работает. И сейчас, ух, съел ульту, выжил Виктори, каким чудом. Да, и посмотри, продолжает отъедаться, включил ульт и подрезает Киру. Вот это, конечно, да, это победа. Был. Это победа, тут уже, конечно, аж руки опускаются после таких раундов. Ну, смотрим, еще есть еще энергия, можно попробовать Вист, поставь уже куда-нибудь. Он. Ну, ниндзя вообще все делал правильно изначально, он видел, что очень коцанный был Виктор, и он старался изо всех сил уже завершить этот раунд в свою пользу, даже ценой своей жизни он кидался на него, он понимал, что если он сделает этот фраг, команде будет намного легче без харба. Но что-то кинулся только Кира, к сожалению. Все остальные немножко были заняты там своими делами. Виктори лучший контроль, ну, в последнем раунде, ну, в принципе, да. 2-1, ждем ответа от GoBo. Так, ну смотрим сейчас. Ниндзя, инвиз, дротики, банка, врыв. Кира тоже под щитом своим вошел на территорию датской команды. Ну и вот лучи пошел замес. Хороший луч. Вист умирает просто.
как его сюда затащили? Кто под... Это Виктор его затащил? Я просто не понимаю. Он так быстро умер, что даже толком понять ничего нельзя было. Это была просто молниеносная атака со стороны датчан. Минус ниндзя. Не дошел он до Дандидо. Хотел еще Стану и Киру разрывают со всех сторон. 3-1. Два раунда до выхода в суперфинал. Команда Мистер Дандиктори. Но как бы еще есть возможность. Последние два раунда просто вообще непонятно, что происходило у Гоубо. Обидные, досадные сливы персонажей, героев. И вот сейчас пора бы уже, наверное, как-то постабильнее. Может быть, чуть-чуть поаккуратнее стоит один раунд отыграть. А может быть и нет. Это ведомо только Висту и его тиммейтам. Да, но сейчас начинается у нас уже раунд под номером 5. Опять же, один из самых ключевых. Ну и пока что... Жив ниндзя, самое важное. Я тьфу-тьфу-тьфу, чуть не начервил. Он делает стан по Виктории. У него есть прыг-скок, чтобы уйти отсюда. Вот он его юзает и уходит. Правда, получает тычку от Дандидо. Получает ульту от Мистера Атуи. По-моему, сейчас умрет, есть ультимейт у ниндзи. Может быть, он сейчас войдет в кого-то, нет? Нет, ниндзя так вообще четко уворачивался только что от атак противника, что только из-за этого он выжил. Но он потратил там всю энергию для того, чтобы выжить и уйти. Вот сейчас проблемы на самом-то деле у Киры. Вист спасает, вроде бы как пока что Киру. Там очень мало хилсов, там есть щит. А вот ниндзя ультой, жаль, обидно, не цепанул. Дандидо, как обидно, позже стоял. И в прыжке Мистер Тугасит ультимейт. Там... Ах, все-таки все, есть все, два все. Фрага и 4-1. Сейчас счет станет в пользу датской команды. И они уже все, всего лишь один раунд отделяет их от второго минимум места. От топ-2. Да, Вис призадумался с парнями. Но еще не все, парни, еще не все. Соберитесь. Соберитесь, тряпки. В конце концов. Четыре раунда подряд. Оно быстро, четыре раунда подряд. Да не, они могут. Я хочу красивую игру просто, пятую карту. Ну а кто же ее не хочет? И потом, чтобы 4-4. Да. Пошла драка, ниндзя ворвался, полжизни у него уже нету. Или есть уже, это как то пессимист или наоборот, оптимист. Да, ну посмотри, сейчас неплохой был луч от Киры. Фу ты. Ну как-то Киру тоже хорошо набуцали, ультует ниндзя, только в одного Дандидо попадает, там юзается щит, но ульту съедает Дандидо, сразу же пузырчик, и походу он выживает. Ой, там в спину сейчас Мистер Ату могут подрезать, еще буквально два удара нужно сделать, этот пузырь уходит. Нужно нырять по ХП, огромнейшее преимущество у команды. Ниндзя сам пошел в драку против троих и ох, тут чуть не съел весь дэмэдж, еле у ноги унес, но все равно пушат украинцы датчан. Хотя подтягивают Киру, посмотри, как Киру забрали! Мистер Ту со своим лучом просто разрывает все, что можно. Виста 1-3, победа! Победа, Мистер Данди! Где мой коврик? Я хотел кинуть фанбет. Мой номер, не знаю. Какой там? Возьми микрофон, да, сейчас попросим Мистера Ту вытянуть фанбет. Там есть вообще хоть одна бумажка? Да есть, если я там вижу, на дне что-то валяется. Сейчас. И вон у тебя коврик. А вон коврик пошел уже к сцене. Я сейчас быстренько вернусь. Давай.